Сначала на дороге столкнулся ВАЗ 12-й модели и снегоуборочный трактор. От удара последний изменил направление и врезался в рейсовый автобус, который от удара выехал с проезжей части в результате ДТП с черепно-мозговой травмой. В больницу отправили 37-летнего водителя легковушки, а также двух пассажиров общественного транспорта. 5 человек от госпитализации отказались. Еще одна авария с участием автобуса произошла сегодня утром в Усть-Катавском городском округе. Его водитель в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость на спуске и столкнулся со стоящим на обочине встречной полосы грузовиком «Вольво». Пострадали 9 пассажиров «Газелем», четверо из них несовершеннолетние.